Всем привет! Привет, привет, привет! Так, сегодня продолжаем. Как вчера мы закончили где-то свалка. Сейчас надо нам, наверное, здесь загрузиться все же. Что мы можем забрать? А, это выгружаем здесь. Ну ладно, едем сейчас. Мебельная фабрика, доски. А у нас нифига и нету. Ладно, поехали тогда в город. Заправляемся. Едем в город, сейчас ремонтируем автомобиль. Потому что автомобиль в ужасном состоянии. Ну, давай. Все, поехали. Блин, он и на пустую не тянет нихера. Что за машина? Фу, капец. А, он, наверное, типа сломан, поэтому... Быстро не едет. Тихо, не спеши. Сейчас заехать посмотреть, что там с ремонтом. Так, да, поехали сюда. В принципе, нам хватит топлива. Я так думаю. Если подъемов не будет больших. Дороги, конечно, плохие. Давай, тяни. Все. Приехали сюда. Ага. Стоп, а чё за бред? Ага, все, вот домик нажимаем. Нет, не то. 870 баксов, вы чё, вообще чокнулись? Блин, ладно. Раз уж надо. Такс. Мусор из Сартона. А ну-ка. $257 за тонну. Ну, давай. Возьмем мусор. Вывезем. Еще чуть-чуть докидать. Тихо, ну. Все, пускай так и будет, хватит. Мы уже перегруз сделали, вернее. Сейчас заправится. Сейчас попробуем, кстати, что она будет темнеть, ключик. Ох ты, Сема. Так, надо немножко отодвинуть вот так, чтобы видеть, где подъемчики будут. Там переключаться на пониженное. А, не, нормально.
Кстати, газ бросаешь, она получается, ну, скатывается быстро, так именно скорость так набирает. Там газку только немножко так тынь, да, поддал, и она сразу же типа хватает передачу. Прикольно. Она самая такая тяжелая гора. Ну видите, без перегруза все можно спокойно ехать. Ну, то есть, вот 700 килограмм сверху, ну, как бы, да, тяжеловато ей, ну, что поделаешь. Давай, давай, давай. Ну, пока ключик не темнеет, поэтому, я думаю, будет все хорошо. В принципе, мы сейчас уже почти доехали. Давай на вторую передачу тяни. Ну все, свалка. Выгружаем. Зашибончики. Так. 4200. Все, 1200 сверху, 5500. 5500, что мы за 5500 купить можем? А ни хрена, по идее. Вывозить отсюда нечего. Тоже неподходящее. Ага, уголь. Ага, уголь, уголь. Но-но. Уголь, спасибо. С углем мы наелись. Опять мусор? Нет. Блин, ну хоть бери реально уголь вези, я не знаю. Поехали на угольную шахту. О, чуть-чуть. Заливайся, разогнался. Там раньше строили рыбок, мы там всякие заводы. А сейчас, а в этой игре... Получается, нету такого ничего. Тут просто он для перевозки. Повреждений нету. Как ни странно. Так, сейчас мы загрузим угля, наверное, 4 тонны, может 4,5 и хватит. Даже 4 тонны закидать угля и хватит с головой. И можно будет потихонечку ехать. Опа, повреждение. Сейчас даже проверим с 4 тоннами, как он себя чувствует. Ой-ой-ой-ой-ой, куда ты? 5,5 тонн, куда ж ты загрузил 5,5 тонн? Ё-моё. Ну ладно. Блин, ну все равно как-то на электростанцию. А, уголь, да, сюда надо. Ну, поехали вниз. Будем грунтовой дорогой ехать сегодня. Я офигею. Не, хотя она, в принципе, живчиком идет. Я думаю... Будет все чики-бомбони. 5,5 тонн. Да ну куда ж ты бьешься жопой?
Давай, первый участок пути прошли. Почти. Ага. Давай так будем ехать. Так. А, вот сюда, по-моему, нет. Нет. Уголь на электростанцию. Угу. И, кстати, по топливу нормально получается. Не до фигишечки спалили. Как вчера, блин, вообще какой-то трэш был. Тихо, 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 тихо. Ух, приехали. Да ну нафиг. Ну что ты шкребешься передний такой привод? А, ну полный типа, да. Я грибу. Блок. Заблокируем, да, типа? Да он не тянет, он вообще именно дырявый. Этот грузовик. Сегодня будет, наверное, тоже проблемы с углем. И я офигею, будет прикольно. Сейчас на спуск. Сейчас идем. Идем. Закрой дверь, пожалуйста. Идем. Сейчас закрой дверь, пожалуйста. Сейчас, момент. Одевайся давай. Бери. Окей. Так. Пробуем. Папа, пожалуйста, я тебе попрошу. Иди. Свет еще, да? Да, сейчас. Так, поехали дальше. Так, что у нас тут? Потихонечку сейчас пройдем этот участок. В принципе, больше половины уже... А, нет, половинку как раз прошли уже. Это больше половины топлива уже нету. Я хотел сказать. Не, физика прикольно проработанная, так интересно. И то, что здесь шлифует передний привод, когда ты полный привод включаешь, получится. На переднем приводе как такового веса нету. Все на заднице. Только почему на заднице, если по факту более центральнее я загружен? Ой-ой-ой-ой-ой! Повреждение было неприятное. Давай, 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 доезжай, доезжай, ты чё? Фу, е-е-е-е-е-е. Так, теперь надо, наверное... Стоп. Нефтезавод. Нет, надо сюда, в электростанцию. Так, задуем сейчас. Чук-чук-чук-чук, стой. Всё, поехали. Ну, повреждения даже не споймал. Уже приятно. Вот сейчас, если будет гора какая-то жесткая, я ж не вытяну. Это я понимаю прекрасно. Этот дрюшляк он не вытащит на горку. Это разве что... Ну, на третьей передаче он даже четвертую пытается включать.
Ну да, если он не будет переключать передачу, в принципе, то можно пройти. Главное, горки, чтоб не было. Этого я больше всего боюсь. Я реально дорогу не знаю, куда я еду. Это самое стрёмное сейчас, просто потерять реально бабки на ровном месте. Не, нормально. Давай, 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 малыш, чуть-чуть осталось. Давай, газик. Вот так, молодец, молодец, красавчик. Не, ну, красавчик, молодец. Этот раз вот. Взял немножко. Всё. Супер. Ну, 4800. Ну, так-то я заправлялся. Повреждений, в принципе, нету. Все. 1500 сверху. Вот, это я понимаю. Можно ехать. Классно, классно. Привет, мужик. Стоп. А куда угольную лозу везти? Я не помню этого. Ладно, сейчас проверим. Берем 4 тонны, короче, на борт. Больше не будем брать. Все, поехали. Я Манал. Сейчас быстренько доедем. Выполним нашу миссию сегодняшнюю. Блин, лоза, 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 лоза. А куда нужна была лоза? Угольная зола, то есть, ага, вот. Ну, да, поехали, наверное. Да, поехали сюда, к ферме какой-то там. Тихо, заправляйся. А там пойдем по асфальту. Да ну блин, ну чё ты бьешься и бьешься? Тихо, надо поаккуратней. То есть сильно разогнался. Да спешу, надо сейчас на улицу бежать. А ёб твою. Вибрирует так неприятно, конечно. Ну, по вибрации хоть я понимаю, что повреждения какие-то идут. Так, вибрацию отключи, блин, ни хрена непонятно. И что это значит? Ага. Понятно. Все, все, все. Там получается и полный привод, и блокировку включил, все, что можно было. Ну, а теперь можно ехать, по идее, я не знаю, как бы его лучше скоротать время. Так, так, так. Так, так. Давайте, наверное, поедем еще разочек по грунтовке. Сейчас заправимся. Не хочу я тоже. Там по асфальту тоже, как бы, ну, спуск, на спуск идешь, типа, можно увалить брычку. Сейчас уже сюда и проедем еще разочек. И обратно уже можно... И потом выскочить на асфальт. Деньги, конечно, собираются очень долго. Очень долго. Я думал, побыстрее там насобираю себе на что-то. А тут, блин, ремонты эти, топливо, вот это вот.
Жрет она сильно, бачок маленький. Так. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не было повреждения. В таком случае этот, ты себя чувствуешь уже не наездником, а реальным таким вот водителем. Потому что боишься за ремонт автомобиля. Это уход бабок. Так, доехали. Теперь на обычную дорогу. Все. Теперь можно тулячить. Это же дорога хорошая. Так представляю, забыть за топливо и попереть. А потом где-то на середине пути понимаешь, что у тебя топлива не хватает до конца. И все. Не, хотя заправка, в принципе, на сколько? 200 баксов, по-моему, вчера было. Я отъеду, немножко притормаживаю, потому что боюсь, что сейчас не увалить машину. Давай, давай, вытягивай, вытягивай. Ну вот, в принципе, 4 тонны везу. Вот 4 тонны для нее это норма. А, конечно, если ехать... Блин. Не, давайте заправимся, не будем шутить с этим всем делом. Все, газку пошла, пошла. Сейчас, бабах, бабах, гуп. Не, нормально. Нету эффектов этого самого. Вот, типа свет, когда, да, там, например, работает. Нету, вот жалко. Да едь на второй, блин, ну ты, олень. Ладно, пусть так. Все, поехали. Опять? Да ну не гони. Ладно, тут можем, в принципе, на этой первой передаче чисто поехать. Я надеюсь. Не буду рисковать. Поеду лучше на пониженной первой. Какая-то она уже салатовая стала, не кажется вам этот ключик? Мне кажется, что она уже салатовым стала. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Ой, ёпта, уже оранжевый. Нормально. Да, херовая дорога. Yes. Сейчас на толку, блин, то, что я реально попёр, блин. Так, сейчас один хрен вывалю, опять почти 1000 денег на ремонт. У тебя 700 денег останется. Если судить по предыдущему ремонту, то останется. Так, в общем, вот так. Ну, хорошо, 7000. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, пишем комментарии. Что будем покупать в первую очередь. Что я пока не понимаю, что можно будет купить реально. Потому что на этого газика купить прицеп, но он потом не будет нигде вытягивать. Или его улучшать, покупать прицеп, потом... Ну, блин, я, короче, хз, не знаю. В общем, все, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Пока-пока.